Так. Сегодня вот эта красавица собирается на выставку поехать. Да, Лэнси? Ты, наверное, не хочешь, да? Ну, надо. Надо съездить на выставку. Смотри, какая ты красивая. Пусть на тебя посмотрят. Да? Сейчас поедем. Поедем, покажем, какая ты у нас красавица. Вот такая девчона. Вот ты моя красотуля. Да, 25-й, да? Да, ошибка в рисунке. Там 23 написали, а да, 25. 25. Декированная она у нас, да? Вообще красавец, умеешь, видишь как, умеешь себя показывать. Шоу-бизнес засосал, видимо, уже давно. А вы нас, наверное, не помните, мы в Гомеле с Хесном были. И... Ну что, жена, красивая. Да. Красивая жена, только сердитый что-то. Да? Взгляд дикой кошки, как положено. Взгляд дикой кошки, как положено. Так, серебро, да? Да. Да. Хороший подбородок, уже сколько дней? Она на цацку идет, да? Да, первая цацка. Уже хороший подбородок, да, вот и профилёчек, и нос ровный, так, без всяких этих, да? Да. Так что, в общем, да, вот, а на сайте у вас не последний? Ага, 0,3, все правильно. Все, вижу, 0,3. Нравится. Нравится. Хорошее тело такое, она вот, ну, вот, вот. Я сразу могу сказать, что это ментюр, да? Я не могу сказать, что это там сибиряк растянут или кто это. Сразу вот видно породная хорошая девочка. Хорошее тело, хороший хвостик, хорошо опушен. Как раз вот по стандарту легко достает до лопаток. Хорошая форма головы, коробочка, подбородочек идет, хорошее наполнение. Девочка очень приятная такая, конечно. Вообще, ждем детей, короче. Да. Теперь будем цацку закроем, и если загуляет, то детишку поедем. Я мою. Очень глупо. Какие? Ну, желто-зеленые. Но они у них вот университет сначала такие вот янтарные, да, а потом уже к году вот они такие. Да, а по номинации потом подумаю, потому что есть еще кошечки, и там решим вопрос. 5 минут, ладно? Перерыв там надо принтер наладить. А то... Спасибо. И вот сами еще, да, тоже живет. Нюхать не надо. Сесть. 10 месяцев. Да, нет, да, это было важно. Какая мама там? 10 месяцев. Ну чего ты там боишься? Ну, поворачивайтесь, она очень хорошая добрая девочка. Красотка. Красотка, скажи ее, хорошая. Ласковая очень, спокойная. Вертите как надо. Она очень послушная. Как скажете, как она так серфизм мне не очень нравится. Очень как-то не симметрично.
А ты что-нибудь с кормом, наверное? Ты что ешь? Смешанное у нас питание. Раньше не было, сейчас как бы вот вышло, да? А больше нет? Так, ну она, конечно, еще ребенок совсем. Спасибо вам. Девочка 10 месяцев, только что перешла во взрослый класс. Черный текированный с белым окрас, черно-серебристый текированный, прекрасное серебро. Да, отличный тиски. Отличный размер тела. Ну, 10 месяцев, вы сами понимаете, только что из юниоров, но уже есть. Крепкий костяк, есть мускулатура, есть правильная пропорция тела. Великолепно опушенный, посмотрите, какой шикарный длинный хвост. Отличные пропорции головы, отлично выделенные скулы, великолепная коробочка, сильный подбородок, прекрасная линия профиля. Wild look, прекрасно стоящий на голове, уши с рысими кисточками. Это очень скромная девчонка, спасибо тебе. Что она выиграла тут? Седьмое место заняла Форс Шоу. Что да. За шоу? Форс Шоу, шоу лесных кошек. Лэнси, ты молодец. Лэнси. Пойдем фотографируемся сейчас. Вот здесь вот красавица, да, моя девочка, Валенсия, получила первые две оценки. Ее первый самый диплом в открытом классе. Остался одна оценка, и она теперь будет иметь титул чемпиона. Вот такая наша молодец, красавица, отлично себя показала. Вчера она еще выиграла, заняла седьмое место в форс-шоу. Все, всем пока. И далее.